Британский иллюзионист Стивен Фрейн, известный под псевдонимом «Динамо», показывает умопомрачительные трюки, на которые трудно дать объяснение даже спустя долгое время. В 2012 году он продемонстрировал фокус, который поразил абсолютно всех. Он прошел по воде на реке Темза. Конечно, это далеко не первый случай, когда иллюзионист ходит по воде, но только «Динамо» вышел за рамки бассейна и покорил буйную реку с ее сильным течением. Этот трюк был проделан настолько мастерски, что раскрыть его тайну не получается и по сей день. So you didn't struggle that much there. Look at me. Just lift me again. Could you take a picture of me? Okay. Oh, I want to hit you. Okay. Okay. To the left. See me?